Ладно, дай сейчас подойдет. Гляну твоего друида. Ну, в принципе, возможно, третий хил пригодится. Там посмотрим. Так, смотреть. 241. Дым левел нормальный, камни хуёвые. Камни пиздец, конечно. Так. Благоволение природы в ветке баланса возьми, в следующий раз там что-нибудь переделай. Это тебе хосты дает 20%. Здравая тема. Почти постоянно висит. Да, нормально. Так, вспомогательный хил подойдет. Так, сейчас я баф накину. Так, я буду МП5 давать. У нас есть сова. Бутердруг. Так, ханта нету. Маг есть. Рука нету. Шаман есть. ДКшнику не надо. Все, заебись. О, столик. Берите жратву. Кто там? Хожу ты здесь, здесь уже. Блять, протопала нету. Квесты берите сразу. Да, берите, сейчас на великана квест сделаю. Кровь и кровь. Хороший сила квест. И честь. Этот сум. Ну, блять, пошли на выход, суманем его. Блять, а где ты? Если в Долоране, может сам? Нет, не в Долоране. Сейчас его суманем и уже побежим бить. Так, ну получается два танка. Один блокер. И второй этот скибидиов танк. Два протопала. Розовая сила. Супер крутые пацаны. Блять, где камень? А, вот он. Слушай, может быть сгонять в Долоран купить этот? Приплюс добав? Да, да, можно. Пока что это. Да. Это давай, ты... я в КПР сейчас. Давай. Я слетаю. Ой, да, ты сейчас. Погоди, там, ты там, сейчас. Там в ЦЛК портал, да? Ты через него? Сейчас стой, давай. Подожди, тут войд. Войд. Ой, бля, Влад, дай портал в этот, в Гримар или в Тандербаф. Там же в ЦЛК. В ЦЛК же есть этот, блядь. У меня Макс стоит. У нас Макс стоит рядом. А. Ладно, ну ты тогда сам долетишь потом или чё? Или... Я лечу. Ага, ну все, тогда мы пойдем с тем палом танчить. Бить, в смысле. Ну, я бы репутацию уже не нашел. А, да? А что ты не... Давай, подожди. Ну давай, Влад, Влад, давай, Влад, открывай коровник, блядь, портал. Ты еще дать от хилов, да хуя. Так он сейчас в кота спекнется, когти. Ну, у него хил как чисто он... вспомогательный, он такой, знаешь. Че, давай мы тебя в камень тогда суманем. Че ты там портанулся? Да, как называются свитки? Скажите, свиток стойкости, рунический какой-то, блядь. Сука, ну, блядь, точно, давай сейчас откроем. Атлас лут, ремесло, начертание, свитки. Рунический свиток стойкости, так и называется. Вроде этот. Блядь, интересно, он меньше дает стамы, чем есть? Там же какой-то талант. А, не знаю. Да, все, сумоньте, ребят, давай. Все, сумоним, типа. Ну, по идее, вроде меньше должен давать, потому что даже барабан у меня дают 8%, а упало 10%. То есть, наверное, стамина также работает. Да и похуй, мы все жирные собрались тут. Блять. Тут есть почта? Есть у кого-то инженерия? Почта, блять. В рейде, может. Вон в рейде. Сейчас поставлю. Я купил это сам. Не подошел, не взял. Подходи просто, заходи в рейд. Короче, кто там? Это самое. Бля, жарко. Ну давай, я ауру на лед, короче. Пал, который кружок, короче, ты с первой ауры гоняй, а ты, короче, скибиди с третьей гоняй на этот, на кастерскую. А я буду менять, у меня еще мастера ауры, всякая хуйня. Поставил почту. Хорошая. Так, все, поехали, баф. Все здесь, да? Нету. Кусяу только нет, но он подойдет позже. Так, ну что, каска есть, кулака нету. Давай, этот самый, вот, кулак есть. Все, погнали и башим. Давай, кружок, где ты? Кружок, иди разъем был. Да, я пью.
Ебать, ромбик рывается, нахуй. Там вообще жестко будет сейчас. Тебя не пробивает нихуя, что за хуйня? Не знаю. Ты какой-то суперсильный. Тебя вообще не убивают, охуеть. Так, ну значит когти сразу инер заливать по войду. Вот увидел, у меня 50% маны, сейчас сразу заливаю. Прям сейчас, прям на трэше. Давай, заливай его. Давай, это самое, паладин, я заберу большого сейчас на себя, а ты будешь начать маленьких. Сейчас он дойдет к нам. Давай. Надо поэкономить на флешке, по хилю, блядь. Сынов не пробивает никогда. Разверни его. Я верну, тут его и самое. Ахомутал. Застанет. Так-то 2-4 уже хорошо на попал. Еще два куска надо где-то взять. Отдал гнев. Первый. А, у меня же клятва есть, я дурачок не нажимаю, видите. А еще ж какие-то можно припоты выпить, да? Можно. А чё, вот частицу надо на слабого танка кидать или на сильного? Вообще, на обоих. Вообще, наверное, на того, кто больше дамага получает. Ну, слабый будет больше получать. Так, ну, у тебя 40 тысяч, у тебя 54 тысячи. Понятно, кто слабый. Меч. Боишься. Меч. Кубик нажимайте, да и всё. В первую очередь убивайте пауков, потому что сейчас мы превратимся в парашу эту. Коконы и пиздец. Милики, милики, давайте пауков, встаньте все в кучу только, чтобы милики могли коконы разбить. Пауков, блять, у нас ДД вообще есть? Убивайте паука быстрее, что за хуйня? Полгода уже. Топ-хупи. Блять, что ты, что с ДПСом, что не бьет, что ли? Когти один бьет 13 тысяч, пока у 12. Давайте, разве не лагает так, блин? Не понять. Лентяет. Так, давайте. Нет, не без. Блять, кокон. Разбивайте. Идем фастом, короче. Там посмотрим, когда покурим разок, наверное. Стараемся быстренько пронести. Супер ДРТ, может, останется у нас полчаса отдохнуть. Ну, целка десятка, в принципе, быстрая такая. А чё по вещам как рулем? По вещам нажимаем кубик, если надо, хоть на какой-то спек. И там дальше разберемся, кому нужнее. Все хорошо. Скелет. Кокон разбить. Дал стан большому. О, топ-хупи под мордой сдох. Ай-яй. Коконы, короче, милики, идите, бейте, там хилы могут коконы быть. И меня сейчас коконы берет. То есть вас хилить некуда. Давайте, разбивайте. Пауков в первую очередь убивайте, чтобы эти коконы ебаны. Заебался диспельт эту парашу, блин, солдат тут вешает. А ты что напали, пацаны, на присте? Ну, там на присте репа фул, тут надо репы 1005 добить. Ты и на присте, блядь, вот сейчас пойду 25-ку. Упал тоже, нахуй, не залеживался, чтобы, блядь. А то я грудь магии КВК хожу. Целка что-то не попадаю, блядь. Туда лича возьмут там, блядь. Говорят, твинк, нахуй. Три спека, нахуй. Блокеры, блядь. 250, все, нахуй. Д4, блядь. Твинк, нахуй. ДЦ, блядь. Так, подумай, быстро воды пока надо, блядь. Ну, еще большой, блядь.
Застанем, выйдите из-под морды. Из-под морды, из-под морды. Кто там? Этот, а блокер, у тебя какие спеки еще, кроме танка? Ретрик, капал? Есть капал, но я не играл. А ретрик? Я в данный момент. Я вчера себе два куска Т4 урывал на магике и в каре. Так, а у тебя танк что, чисто блокер и все, что ли? У тебя протопал неполноценный или как-то могу понять? Нет, почему? Полноценный. Я в блокере, что ли, 60 тонн буду? Ну так вот я про то и говорю, у тебя чисто блокер и, или спек танка еще есть? Нет, у меня обычный спек танка есть. А, ну шмот я имею в виду, то есть спек-то понятно. Ну давай. Ну я же вначале был. А, я что-то не заметил. Как я хочу в заломан попасть быстрее. А что ты там не видел в заломане? Там был? Конечно, был. Мне нравится в себе, и там и я хочу попасть на паладин, на такие шмотки на танк, блядь. Да, такой неплохой вообще, кайфовый. Блядь, 4 шмотки прям. Так, ну чекнем разок, да и пойдем бить без него тогда. Так, он там писал что-то, нет, ждать его? Надо где-то спросить. Да, да, я тут уже. Я уже в этом, дал ранее, сейчас буду бежать. Кто, Кусяо? Да. А, так это Ренессанс, это и есть Кусяо, что ли? Да. Да. Что первый раз. Бля, я вылетел, сука. Сейчас. Слушай, там это, мистер Бонд как-то делает, он прыгает на вышку, залетает в цитадель эту наверх. Надо садиться на полетника, спрыгивает и летит быстрее, говорит, лететь. Можешь проверить-ка пока. Хуй знает, ничего не понял. На какую вышку? На которую дорогу? Ну, там есть... Да, там, где берется квест на Стража Азерота, наверх прыгаешь или в портал. На самый верх заходишь, садишься на птичку, слетаешь вниз и долетаешь быстрее до целка. Ну, это он так говорит, я не знаю, не пробовал, хочу попробовать. Вообще логично, потому что когда ты из площадки полета вылетаешь, ты летишь как бы немножко вокруг, а потом уже в целка. А там, во-первых, и эта башня сама по себе ближе к целка находится. Ну, блядь, не знаю насчет высоты еще. Может быть. Может и быстрее. Че, Кусяо, летишь с Долорана? А, да я вылетел, мне слабо чуть, я вот вылетел, сейчас зайду и прилечу уже. Валера, с нами есть Валера, значит мы пройдем. Валера. Хожу, у меня тоже на шамане, а у меня, кстати, на шамане 258 кинжал какой-то, если чая забрал. Он без дырки, конечно, ну и тоже нормально, там по СПДшке что-то. Прилично прям. Щит я не помню, какой мне нашимали. Такой же, наверное. Или с хвостой какой-то, блядь. Я сейчас добью, у меня будет 12-13 ОД. Куплю себе руки с плечами. И буду на хагро держать, как невменяемый. Танчить любишь? Надо тебе шмота какого-то поднабрать. Что 40 тысяч хп так мало, пиздец. Слушай, ну у меня тоже, я только выкачнул персонажа недавно. Я РБК бегаю в фарме. Я вот тут. Сколько я тут? 225 там, блядь, этого держал свободно. Олма, блядь, когда в него врывались все. Да, одного. Это легко, он не шотнет. Нет, я про агро. А. Так что там? Там же, блядь, типа с пыла никто не бьет. Угу. Ну а потом, когда начинают, можно и напулить. Вот тут этот второй паладин-то он более-менее припаркованный такой вообще жесткий. А где Кусяо попал? Я захожу уже. Так что шмот напала, ты сейчас заберешь. У меня танк тоже хороший собранный. Но я не знаю там что, если вдруг что-то надо будет. Блять, а вот так нахапало, если посмотреть, что мне надо. Шею отсюда забрал. Не знаю, я вчера себе два куска открыл на ретрика. Руки жопу. Рука жопы. Я не пойму, не помню, я что-то крутанул, блядь, бурю в РБКшке, у меня нахуй маны нету. Mm-hmm. Я думаю, что-то там за сетами, какая-то буря, блядь, двойная, тройная влетает. А, что-то непонятно, а это в смысле в каком? В Т-10? В Т-4.
Там типа 24, типа у тебя под бурстом 30 секунд бурста, 4 бури идет за бурст, типа, ну типа именно. Во, вчера вот себе. Типа вот, вот у меня руки, да, руки у меня одни. И что-то еще у меня, блядь. Что-то я тоже как-то замечал один раз, но вроде постоянно такое, да. Что форсажи все помадят. Руки и тело у меня. Не знаю. Вон, еще один там появился. Ну-ка. Ну-ка, давай посмотрим. Ну, хороший танк. Только почему он в это... Этот перчи пояса нету, да, ДДшная, что или есть танковская? Не, нету. Ну и так. Перчатки не могу забрать, а пояс хуй знает какой даже брать. В принципе, даже он протанчит этот танк даже на хуй, блять. Если так, для Мишки, блядь, по большей части ему стамина нужна, так что этот тренинг как бы для нас стамина. Тебе пояс нужен с этого, хороший пояс падает, он хоть и 45-й с этого, с груля. С обычки. Чё там, блядь, у нас Мишка резист есть. Резист? 485 резиста сейчас. Нормально. У меня тоже есть. Мишка, протопал, ДК. Остался протовар только. Так, а чё, мы в три танка что ли идём? Не-не. Ну, просто показывают. Все, все, спекайся в кота, сейчас уже бежит сова к нам. Да я и в коте. Так, ну вот кто из вас сдохнуть может? Ну, на тебя сейчас тут ебанут, кто знает. Ты вроде не должен сдохнуть. Не сдохнет. Тот танк точно не сдохнет. Вот ромбик, МТ, кружочек. МТ кружок, да, ну самый жирный. А вот и ромбик, он будет чилить, бегать там, слизней водить, там в кукле сидеть, всякую хуйню делать. Блять, вот и самое такое скучное, что в ЦЛК можно делать, блядь. Бегаешь, сама топает. Бегаешь в потолок, смотришь, блядь, все пацаны убивают за тебя, блядь. Еще и шмот лутаешь, блядь. Так, ну все. Дайте каску какую-то, ну типа баф, минимальный. Обнови под друидом, накинь этот каску. Кружок. Пал-инженер. Пал-инженер. Спасибо. Все, пуляйте. Хули стоять. Давайте Геру сразу. Можно мне каску и прото? Кому? Маг. Ну, прото, наверное, не надо. Там не срывайте агро. Кусяу. Не срывай, сейчас все сдохнут. По магу дай каску, паладин с кружком. Он без каски стоит, по-моему. Шип разбивать. Блять, нихуя сейчас у меня свет не без кастанулся, блять. Влад, ты это там выбеги сорняки кину про этот камушек обычный. Я не вижу, где ты находишься. А, вижу. Достал, Влад? Да, спасибо. Влад, ты на регион заходил, в ту гильдию, я знаю, что происходит? Нет, давно там не был. Я что-то хочу зайти, она так ломает, появляется там, она припахает. Что за гильдия? Я не помню, как называется, вылетело, сейчас скажу. Джой, вот. И что там, во сколько РТ? А там вечерний РТ. Что-то она не заходила. Да я жду, чтобы открылся контент, открылся этот Цитадель Ночи, открылся, чтобы открылся остров.
Муяк, и нет его. Страх, бабах, и нет его. Нет. Скорость, меткость. Пояс с хвостой. Я могу меч взять. Только пояс, смысл я бы себе на этого, на Эрдрушку взял бы. Бери, бери, бери. Кому не нужен. Погнали дальше. Там смотри на сове поаккуратнее, это паладин у нас 0 на пол. Хорошо, я что-то понял, понял. ДПС у нас хватит все убить. Давайте разъебываем. Побольше агрите вон дальше, сразу заагрите. На базу. Вождик, осторожно. Так, вы мне единственное, что подскажите, мне какую, бля, вообще джагу скидывать? Джагу скидывай синюю. Синюю? Синяя, давай синюю, все. А то, блядь, я тут раз скидывал, блядь, в одном рейде. Меня тут так отхуесосили, блядь, танк не то кидаешь. Ну как не то, блядь, я докидаю на отхил, блядь, чтобы жизни меня восстанавливать. Это вообще похую, можешь из желтую кидать. Ну, основном всегда кидают желтую. Давай это заберем влево, Владин. Можете два одновременно забрать. Да не надо два. Тише едешь, дальше будешь. Забирай, я отойду подальше. Ага, я понял. Да хули скучно, блядь. Подходите вместе, сводите с жуков. Похилить нехуй. Сводите вместе. Сводите вместе. Центр веди. Да. А в них не бездействует на них, интересно? Нет. Ну, физик, а, я думаю, на всех работает. Давай еще раз, сейчас тоже попробуем. Ну, действует. Заебись. Уяк, стоять, паяц. Смешно, бля. Слушай, а почему ты камни в силу забил? Чтоб агро держать в РБКшке. Да и урона побольше. Да у меня аспект, видишь, как у меня аспект такой. Полу-полу. Четверть ДДшный. Не, пока. У меня будет второй аспект еще один, но там чисто будет такой, как бы, как говорят, жировой. Че, ты в соло, наверное, потанчишь, да? Я в ретрика здесь спект на сильно нахуй не надо. Да можно. Да, мышка. Че, спекаться, ребят? Кулак каспек, обновляйте. По друиду и по магу. Хайп, а можно сделать эти печеньки? Покушать? Зачем мальчик ману отхилить? Дарнавана этот маг будет держать. О, спасибо. Дарнавана. Тут не надо, тут нет Дарнарана квест, ребята. Тут квест сегодня на этого, на... На великана сейчас квест. На великана. У меня вон квест. Я не могу взять эти печеньки, там хрипко сидит. Но его не будет, Дарнавана. Его не будет на неделе. Иди выкинь квест, иди сбегай в начало, забери потом новый квест. Так я там и брал сначала самого. Ну, изначально его там взял. Но это квест на великана, дружище. Сделал? Ты бык сходил?
Их, да. А, у меня еще один есть. Потом, кого там что есть? Все, погнали. Леха, первый трешнел выходит. Собрали мы пачку, конечно, друидов. Да то БРов много. Ага. ССов зато нихуя нет. Я сразу БРов, этих инров дохуя. Инров, да. Надо, да, не прекращать. Трэш разъебывайте, потом 300 тысяч переведете. О! Я порежу, я человек не гордый. Когти поднимаю, пока он быстрее будет. Милики разъебите, его поднимай. Каски, кулак, поднимаю, обновите. Каску, кулак запал. Я быстрее поднимаю. Можно и на помогу закинуть? Ну не знаю, там за голду, наверное. На, тебе скинул инер. Гера, КД у нас? Слушай, постарайтесь быстрее выходить. Сдыхайтесь. Приведение этого. Блять, как тебя разъебало. Ну, пускай лежит, уже добьем. Во. Дух ославливаете зря, конечно. Можно отбегать. О, хожу. Дух видите, что ли, маленький такой прозрачный. И сразу на телепорт. Критхас тапки. 251-я, ну-ка. А, заебись тапки. Хорошие на СУ. Так, ну портанешься там, портал этот сразу на третий этаж. Мы бегаем? Пробегаем, да. Но... Вот тут дракона только и двух вот этих разъебать надо. Зачем дракон просто сейчас уведем туда и все, главное не бить его здесь, не агрить массово. Этот пидор еще на меня разобрал. Да ебаный рот, нахуй. Ты что там, блядь? Ты хоть ЛПшки кидай, когда ведешь. Или кто там? Эту тарелку там, всю вот эту. Так, великана надо разъебать. Тут еще дракон будет сейчас. А дайте этот квест, можно его это? Что там? На первом этаже. На великана. Понял, беру. Сейчас буду. Видите дракона. Сейчас на кого квест? На великана. А великан это кто? Великан это великан. Большой такой. У него квест на первом этаже. Называется «Оборона черепного вала». А на какого босса окей? Это не босс, это просто мобан надо убить. Это большой моб, он почти как босс, и он великан.
Вот. А, можете это линкануть, этот квест? Квест на первом этаже находится. Когда заходишь в ЦЛК, слева стоит моб. У него восклицательный знак над головой. У него есть квест. Называется «Оборона черепного вала». Ну, один польза продает, второй квест дает. Там у него два квеста. Один 2 в десятку, другой 25. Бери оба, чтобы не помахнуться. Вот он, великан, кстати. Вы там долго будете квест брать? Вы могли бы это пошарить его? И он не шарится. Он не шарится. Он не шарится. Поэтому идите на первый этаж и берите квест. Дрейда, дайте лапку. Что? Ага, спасибо. Беги, беги, дроид, беги. Хотя давай-ка, ты меня там потом резнешь. Это ж, хожу во сне, ты где там? Что вылетел, что я не могу понять. Нету вроде в DC. Сейчас уману ти себе пишу, вылетел или что? Сейчас подождите, шамана подождем, напишет мне, что не вижу. Ты чат обновил себя, Володя. Блядь, ничего не отписывает, блядь. Спросите в гильдии, может есть какой хил онлайн, кто пойдет. Вон, Полинор. Полинор? Полинор пришел, погоди. А, спроси, пойдет он, нет. Что-то вылетел, куда-то хожу. Не хочет. Не хочет. Подождите. Ну давайте пока так квест сделаем. А бета-тестера, у него же есть хил. Нет, у него Элем вроде. У него Элем, да и хрену говоришь. О, она, о, Мария. О, иди сюда. Бля, четвертый друид, не хайся. Жестко. Зачем нам старухи? Какие старухи? Маша. Маша не старуха. Старуха. Маша проруха. Че она там идет, нет? Сейчас написала в личке, посмотрю. Ассиста тебе дал, там возьмешь, если что. Че она там? Не отклоняет, зачем? О, пойдет, да? Да. Войдем сейчас. Че, с уманем пошли? Мне показалось, или шаман в мир зашел? Не, я его кикнул. Зачем это падаем?
упади ты, да и все, и рисанешься там, зайдем. А, да, суманете? Да. Хуйнанул. Уа! Самоубийца мана. Полный пиздец. Ну, она сейчас там, блядь, будет захиливать пиздец как. Так что можно в третьей хила не спекать. Да, ну посмотрим. А что там, силит это 4 на друида? На рестора. Ну, это все. У нее спрашиваешь, я не знаю. Давайте суммонем, я люблю. Суммонем. Из мозги говорит, заменить его на Нелеша. Возьми там Нелеша в дитя. А? Нелеш друид. Кто ты не леш? Ну, друид должен быть, да. Не леш. Кот, наверное, или кто? Не знаю. Маша пришла себе? Маша в дискорд? Нет, не вошла в дискорд. Нету ее. Блин. Ну это, конечно, печально, что так получилось. А что, тебе куда-то уходить надо? Ну и Делеша тоже суммоните там. У камня еще. Или вы ушли уже? Суммонули Делеша? Да мы его сманули его. А что ты меня сманул, ДК? Не, фокус на него сначала был, я потом... Красавчик взял меня саманул. Главное, чтобы квест взяли там. Ты им, Саня, пиздец. Женя, вот твоя старушка зашла. Ох. Получишь ты от нее. А я и так уже у нее в ЧС. Нет. Она вчера троих человек убила по ЕП. Да что ты, Маша, вообще? Я в ЧС, сейчас я тебя замучу еще здесь, чтобы тебя не слушать. Сейчас, погоди, выключи тебя. Маша, ты взяла квест, да, по пути на великана? Забыла? Да, взяла квест. Сейчас наушники найду, и я с вами. Давай, не лежь, иди тоже возьми квест на великана, если ты в дискорде. А где он? На первом этаже. А, вижу. Слева, бери. А какой? Первый, второй? Блядь. Или похуй? Ой, бля, ребят, у нас это самое... У нас трэш стоит, блядь, так что вам надо будет... Где стоит трэш? Сюда бежать. Его бить. Ну мы не пройдем, они убили ордынцев уже и стоят. Ну как бы коты пройдут. Ну пошли убьем. А если кто-нибудь ворвется, они переагрятся? А хуй знает. Иди врывайся, Жень. Давай, пап. Давай я ворвусь. Зачем? Ну я... Че это за летающий Зачем? Квадратик? Хочешь побереть? Какой-то диск, блядь. Ну, мне комбат пойдет. Это же репутация, ребят, такого было все задумано. О, блядь, пошла куся ебашить. Я походу сейчас играю. А, ну да, пошла ебашь, я же не включил агроспел. Я люблю дело. Слушай, я тут раз в РБКшке пошел, короче, там было 237-е были, 240-е были, я забыл врубить агроспел. Иду, смотрю, ну что-то, думаю, агро ничего не снимается, не срывается, нихуя себе крутой. Смотри, у меня еще, блядь, агроспел нет, буду въебать, я крутой вообще. С меня не сняли. Трэш. Ни локи, блядь, там, ни ханты были. Ни в ДКшке. Так, давайте еще раз. Все здесь. Сейчас мы всех бахнем. Все, давайте. Пошли агрить уже.
Подожди, в эту вот домик заходить, чтобы он там ноги откидывал. Да, без разницы вообще. Где там топ-хайп этот? Там. Идите сюда. Кушаю ману. О, я сдох. Кто это? Катя Бердо. Хотя тут, смотрите, я не улетаю вообще от тебя. Бревно просто хилить не умеет. ЧС, походу, в натуре сейчас будет. Опа. Наушники. Вроде у тебя супруга есть, а ты все продолжаешь бегать по девчонкам, блядь. Ну бегать, господи. Вы его бить можете так? С палаткой? Да, я могу бить. Ну так выйдите тогда. Нет. Аня, я бы улетел. Что-то нихуя никто их не хилил, да. А на тебе метка была? А ты отдельно стоял, что ли? Я стоял в домике. В домике остался. А, может дебаф был. Так, подведите его сюда. Да я говорю, бревно не хилил. Так, вот, вставай. Чума на вас пишет. Это хуёво, наверное, да? А что будет, если её продиспелить? Да, и она не диспелится. Диспелится. Понятно. К Маше подбеги. Тихо. Влас, не расходись давай. Перестань. Великан убит. Пойдём сдавать квест и потом на корабль. Не, я давай хочу сделать с игрой, я, блядь, по 5-10 по КД нажимаю, а все равно хуйня какая-то. Ну так это протопалы. Ты меня сюда срываешь? Ну, блядь, постоянно. Ну так это протопалы, блядь, у них агрогенерация маленькая вообще. Придется автоатакой бить только. Он сейчас тут задавать сам... можно квест, чего сейчас... вы туда побежали? Сейчас ты пятый, это самое. Я понял, я долбоёб. Че, ты сагрил мобов? А, я умер. Ну, типа, пофиг, они на вас не побежали. Все, погнали на корабль. А у меня агро висит, и я не понимаю. А, вот, тут скелет. Атас. Прекрасно. Сука, бей. Это я виноват, сорян. Ты это что, пробежал с атакаликом? Да, я короче, вафель не делал. Вот, запомни, квесты сдавай только на первом этаже, ни на каких там... Теперь буду знать. Да я просто первый раз этот квест за все время. Вот эти кольчужные ноги, это с Рэша или откуда? Не, это мои, это я с сумки выберу. Ой, все, сейчас разверну. Умру. Ну какая-то, блядь, баруха попала где-то вечером. И кто бы я забрал? Признавайтесь. Пошли быстрее на корабль. Видимо, не я. Я, короче, в левую пушку пошел. Милики, все берете ранцы. Здесь останется только... Апокал. Можно я тоже пушку? На себе. Можно я пушку? Так, ну давай, пушку. Ты это, ты в танке с Кибуди будешь? Да. Ну все, ну. А можно два танка? Не. А я здесь танканую, здесь Мишки нормально танковал постоянно. Ну давай. Ух, ты шмотки, да хуя. Давай, давай. Кто там, добегайте уже сюда. Да. Дайте легко, пожалуйста. Так что вы хотите, вам ничего спекса в ретрика? Не понимаю, чего. Да, нет, в пушке да зачем? Значит, я не подержу трэш, зачем вы все хотите? Идите, бейте туда, все бегите. Не, просто я буду уронен. Касочку, да, пожалуйста. Вот кружок. Ты, короче, летаешь, танчишь, да, этого, да, это как он называется.
Мурадина. Два мага, наверное, и улетаешь обратно. Скинем бы там еще два, наверное, и все, и добьют. Я и сам, они же где Влад туда бегают. Леха, одень ранец. Че, он ранец не одел? Так бой уже, нахуй. Ты ранец не одел? Да, не одел. Ромбик, ты одел ранец, Ромбик? Ты одел. Да. Иди, сейчас ты будешь на Мурадина летать. Ты оставайся здесь, на корабле на этом. Мобов здесь танчите. Так я же танчу здесь. 5, 4, ну танчи. Все, лети. Готовьтесь лететь, мага убивать. После второго улетаем сразу. Рисковать не будем. Сейчас убивайте мага и улетайте. Все, улетайте. Тоже улетаю, скинуться, пускай стаки снимут. Давай когти, этот, не лежь, давай по войду иннер. Смотрите на ману, тоже заливайте сами. На, я тебе дал. Идите, пейте. Леха, не набирай по 100, блядь, по 100 этого раги. 90 набирай, разряжай. Я сейчас не сижу. А кто там сидит? Не знаю, у меня залагала мышка, клава. И сейчас вообще нихуя не делал. Так, ну это на последний маг. Там уже добьете. Да, убивайте мага, улетайте. Сколько там? 150 тысяч, я думаю, добьете. Разряжай вторая пушка, что там? Что, выпадет эта труба Алима или нет, блядь? Нет. За трубу драться будем. Правильно, на декана тоже этим нужна. Опа! Очки, пиздец. Опа-па! Опа-па-па-па-па-па. Запускаю, босс. Кто же выиграет трубу? Надо сейчас ДК выиграет, ебать. ДК на ДК бис, говорят. Крит на БДК, ебать. Дайте потестить её.
Жулик, не воруй, бля. Блять, мах выиграл. Мах, дай потестить ее. На одного босса. На кого тебе тестить? На ДК, что ли? Да, на Апокала. Ой, лол, блядь. Дай на одного босса, блядь. Ну с критом, блядь, хочется побегать. Где ты? Ну ты угораешь. Дай, дай. Это параша будет полная. Да ты издеваешься, да я потещу сам лучше. Вы издеваете? Крита сколько будет у меня? Куда тебе крит? Смысле? Он накурился. Он накурился. Дайте инту, пожалуйста. ЕМК, дай мне, дай мне ЕМК, дай мне ЕМК. Бля. 3, 2, 1, ул. Давайте. А, Геры нет. Геру, Геру, а Геры нету, да. Объявляю. Ну вы держитесь. Ой, дайте сальву. Только там танки тетиво вместо. Смотрите, у вас два танка. Чтоб там не сдохли челики. Кусяо сейчас забрыгается, блядь. Он Кусяо нахуй танчит, ебать. Метка нахуй красная нахуй. Та он с него, блядь. Ебаный рот, нахуй. Все, червей, бейте червей. Хули меня червь бьет. Холик, дай помогу сальву. Пусть сбрасывай, блядь. Блядь, чудовище живое, что за хуйня? Все смотрят на циферки, блядь. Ого, блядь, какие там циферки с протопалами, блядь. Не знаю, ДК вообще заебись, ебать. Не, у тебя агро нет, вообще заебись нету, нахуй. Он там топ-хайп, нахуй, ебашит. 12 тысяч, нахуй. Четвертый по ДПСу, блядь, и агро, блядь, дохуище. Это все из-за этого, из-за тубы, блядь, стопудово. Блядь, хоть бы метку... Я говорю, трэш. Метку бы хоть одну повешал, он хуй повешает, да, еще, блядь? Че это за дамаг такой, нихуясь? Вы трэш будете разъебывать, нет? Все за хуйня, блядь? Чем так долго живет? На профи только в слизней получше играйте. У нас 2 РДД только, будет очень тяжело на профи. Так что готовьтесь бегать, бить. Как думаешь, 25-ки воле упадет? Упадет, похуй вообще. Вы убьете босса сегодня, нет, что за хуйня? Он не умирает, он хилится. Все, наконец-то. Открывает там какой-то танк этот самый портал. Кольцо. Блять, и себе это кольцо нахуй поставить уже. Штаны. Вот так кольцо надо, я бы себе на успех забрал. Штаны. Хуй я паролю, если еще отдам туда. Да заебался здесь с первым кольцом нахуй бежать. Открыли там портал, нет? Сейчас откроем. Блять, кто-то сдох нахуй уже. Ой. Еще кто-то сдох нахуй. Нихуя себе вы открывальщики, блядь. Давай я пойду. Сейчас все будет на чайника. Не перезывайте. Ой, блядь, проще пробежать самому, блядь. Да, надо самому открывать. Да, у меня что-то пингует жестко, предложение не будет. Так, о, уже открыто все. Маша открывает, блядь. Бутылки с шампанским нахуй на этот, на Новый год. Мужики сидят уже обуханные, блядь. Она открывает. Это место не было. Кому надо делать все самому. Так, кто-то уфнулся там. АФК? Не-не-не-не-не, какой АФК? Иди хиль. Да я ДБМ включал, у меня просто он выключен был, в ПВП там, блядь, игра выключена. Понятно. А то я боюсь, блядь, поохаются челики. Да пошли, чё там. А где вы? А, вы бьете уже. Сейчас я подбегу, блядь, не сдохните только. Ну тут один не дохил, хилит, если чё.
это вредный пиздец. Мака, у тебя талант вкачан на уменьшение аграф? Я во фросте. Давай посмотрим на его талант. Так, искусные чары вкачан. Значит, ты красавчик. Раскачал. Блять, я тебя не вижу, где ты за стенкой, сука. Смотрите, паладины, видите? Имейте в виду, вас двое, помимо меня, могут диспелить. Если меня в слизня превратит, сразу диспелите, иначе мы подохнем. Бать, что за дамаг? Подвеска. Это лужа ебаная, так понимаешь. Маша, ты наушники нашла? Я походу в чат закинула, блядь. Довел человек. Маш. Ищем балуешки, ищем балуешки. Вот сейчас вот эти исследователи чумы, их в первую очередь бьем, сейчас после большого. И они будут кидать, если меня в слизни кинут, там готовьтесь испалить. Бьем этого пидора. А где протопал второй, че он там каша скусял? Этот мух не станет себе. Ты еще, блядь, подальше спрячься, чтобы я тебя выбегал искать, чтобы похилить, блядь. Хай, ё-моё. Давайте вот. Он закладку искал, не мешает. А, понятно. Сейчас вот эта собака боссовая. Ну давайте, чё вы, блядь, стоите? Пошли. Хуярик. Так, если стоять, мы будем 4 часа тут сидеть. Надо ебашить бодро. Давайте, пидора вот этого чумного убиваем. Короче, этот, скибиди, массакра есть у тебя? Угу. Сейчас под первый каст дашь. Вот, давай. Я под второй дам. А где тут протопал, блядь, алло? Какую? ДС пропал. Вот, блядь. Закладка, закладывай. Так, сейчас я массакру даю. Надо с этого звучит. Блядь, топ-хай, блядь. Бегай. Эх, он там тихо видел, чё. Надо добить. Так бей, ты ж не бьёшь. Массакры нету нихуя. Третий. Ты будешь бить или еще нет? Нет. А, нет. Просто все покало пока стоит, понятно, блядь. Понятно, все было. Сейчас, секунду, ребят, мне по работе звонят, сейчас я буду играть, буду отвечать. Пожру по каманы, бля. О, бежите, бать. Давай, агри. Сука, сейчас чё? Бля. Спасибо.
Давай. Да, это не раскрытие, блядь, на трассе тактику объясняю. Протофал, давай, ебашь. Ебашь эту всю хуйню. Где ты? Разъем будет. Блять, а чё он не танчит, не могу понять. Где он? А вон он стоит чилит. Протопал, у тебя чё там, блядь? Смотрите, сейчас нам будет в небес, короче. Добейте, мелкие. Их добейте. Сейчас, короче, ты давай мне в небес. На каст. Ну, на следующий я, если он будет, конечно. А, у него пингвуд пишет. Это хуёво. Придется тебе танчить вместо него, блять, кого-то искать еще. Ну пошли, мы будем дальше идти или что, или будет пинговать у него. Пошли. Пойдем, пойдем. Ебашь. Танк поезжает еще один. Тот танк 40 тысяч хп, блять. Нормально. Его поразъебывают все. Не знаю. Ну на фул же идем, блять. А чуйка, что, брат?